Первый фрагмент Сейран узнает, что после развода с Феритом ее хотят отдать за Тарыка, и она позвонила к Фериту, чтобы сообщить. Но Ферит в тот момент уснул после снотворного, а в его комнату пробралась Султан, и еще Пелин решила навестить его и застала такую картину. Сейран так и не сможет дозвониться до Ферита, но не хочет выходить за другого. Суна тоже плачет вместе с сестрой на плече о том, что их хотят выдать за других людей, которых они боятся. Эсма пытается успокоить и утешить дочерей и просит Сейран подумать дочку, если она передумала, пускай помириться с мужем. Но как ей усмирить свою гордость, чтобы попросить помощи у Ферита? Казым решил, что все он опять выиграл джекпот и сможет выдать и Сейран, и Суну за более выгодные партии, чем Карханы. И намерен ускорить развод дочери. У них состоится молниеносная свадьба, даже две свадьбы, чтобы сэкономить на деньгах. Софет уверенно говорит Суне, что она будет его, и очень сильно напугает девушку своим поведением. Казым намерен заставить хоть силой повиноваться дочерей его воле. Ферит узнает, что его законную жену Сейран решили уже выдавать за другого и расскажет об этом дедушке. И это неуважение вызовет большой гнев Халиса. Сможет ли Ферит помешать плану Казыма и спасти Сейран, увидим в 29-й серии сериала «Зимородок», которая выйдет 21 апреля в 20 часов ровно на телеканале Star TV.